На смену борьбе со снегом идет борьба с ямами. Об этом сегодня заявили в мэрии. В этом году планируется провести капитальный ремонт 33 улиц на сумму почти в 1 000 000 000 рублей. Еще 200 миллионов будут выделены на ямочный ремонт. Проект «Антияма НН» продолжит работу и в этом году. Одна война у нас подходит к концу, это война со снегом, но начинается у нас другая война, это война с ямами. Была в прошлом году отработана замечательная программа «Антиямы НН». В группе ВКонтакте данная группа опять начинает работать. Соответственно, просим достаточно активно в ней участвовать. В прошлом году мы получили заявки на 76,5 тысяч квадратных метров. Это порядка 345 участков дорог. По фактическим планам на 2018 год мы планировали отремонтировать 362 тысячи квадратных метров. Фактически же отремонтировали 502 тысячи квадратных метров. Хотел бы обратить ваше внимание, например, того, что касается дворовых территорий, то есть то, что не относится к содержанию улично-дорожной сети в рамках антиямы НН, заявки, скажем так, приниматься не будут. Есть другие программы, то, что касается программ ФКГС и, соответственно, ремонты домоуправляющими компаниями своих придворовых территорий, которые они обязаны содержать.